Ну да. Вау! Ну тут не так и много. Не, ну сами сооружения. Видишь, только все начинается. Это лобное место. Да, забавненько. Чайно нет? Нет. Мы можем пойти купить что-нибудь поесть еще. Наверняка что-нибудь, шашлык какой-нибудь. Наверняка. Мы лучше Зорб. Садишься в него и катаешься по воде. Он слишком большой для этого. Почему? Они бывают разные для нескольких людей. Ну не так, что я тоже. Серьезно? Ну да, сейчас мы решим, куда мы поедем. Ну что, мы проедем до конца и вернемся? А есть ли смысл? Мне кажется, это я бы хотел это доехать только вот там, да. Смотри, мне кажется, это самое. Что? Да нет. Ротонда на Орше, на Саватию. Москвы, наверное. Что это то же самое? Может быть, до этого доедем, который там впереди, комплекс какой-то. Я говорю, сейчас до конца и потом сразу обратно до дома. Понял. Выдвигаемся, это что? Сейчас, Володя, давай. Там собака. Ну как собака? А что, Володь? Москва. И на сайте где-то информация за месяц, за полтора, за два. Это подвисло. Почему ну здесь? И народ подвисает, приезжает. Ну да, почему только здесь начинается все, видишь, а здесь сейчас будет движ, то, что здесь диджеи, вечером дискотеки. Какие-то что, может, остаемся? Транс или как-то, не знаю, как сжигать. Ну, в принципе, можно на машине приезжать, мне кажется, вечером. И сжечь. Давай поехали, сейчас возьмем шашлыки. Давай поехали. На машине? Поехали на машине. Ладно, давай, ура. Так, ну сейчас поехали. Поехали, посмотрим, что происходит, и потом вернемся. А палатка-то для Володи? Тебе есть? Воды пиданчики. Ну мы навес возьмем, палатку, конечно. Мы придумаем что-нибудь. Посмотрим. Тут. Давайте сейчас вперед метров 200-300 до конца, посмотрим и обратно. Поехали. А так вечером будет диджей играть, сейчас днем. Ну, да, да, да. Сначала все уже уделаны. Я хочу такую же фигню, чтобы Марли огромную комнату повесить. Это ты семья. Thank you.
что, ты много попал? Ну, хорошо. Тут, короче, да, вообще конкретная. Что здесь чиллаут? Ну, это твоя музыка или нет? Как палочками пахнет романтически. Ты, блин, вообще круто. Подпортить. А что там тогда? Бар? А ну, тебе все за то, что это особенное развивается. Не просто чай. Целебная трава. Это же экономическая нервская логика. Вот 12-й сегодня, скорость до 65 км в час. Да, ну. А, ну это чисто город мастеров. Да, да, да. А вот ребята прилепили чиллаут. То есть там будет еще площадки разные. То есть они только-только начали. Вот, смотри, тут написано шатер. А, это шатер. Это бесокрасный что-то день, зеленый, оранжевый. Ну там их наверняка дофига да, еще в других местах. Не больше 18. Я думаю, да. Баня, душ. В общем, давайте сейчас выезжаем обратно. Обратно? О, если смотри, не выпить, то есть не будет так весело. Я не знаю, что там может быть. Это просто домик такой. А внизу там вот это вот. Ну, поехали, поехали, покатаемся. На полигон мы всегда успеем. Прямо? Может быть, вот, там да. Свет, когда заходишь, и такой поднимается. В принципе, да, на полигон мы можем и в следующий раз приехать. Но военный он никуда не денется, его не разворот. А вот эта фигня бывает раз не так часто. Ну здесь просто торговые палатки. Обычно. Но они странные, они необычные. Ну сейчас, сейчас, поехали, поехали, посмотрим туда, потом сюда, сейчас все облазим. Такие у нас есть приключения, короче. О, факела. Знаете, я сфоткал для друзей. Скажу, вон, что там я сегодня, что-то происходит. Сегодня тусил, короче. А вот там будет видос с твоим участием. А? Все пишется все время. Шикарно. Скажу, что пока они там картошку мололи, я тут... Я имею в виду, что по уровню организации такого в Твери не проводилось никогда. Ну, они, видишь, они говорят, что это не первый раз делается, но в Твери первый раз. Есть, ну, ты, вот такого никто никогда не делал просто. Да, да, да. То есть достаточно все культурно. Я смотрю, там вон палатки эти продают. Вон там еще что-то, видишь, происходит дальше. Вот, палатки, нет, палатки. Вот. А, все, ну, это что, это ароматизировано? Это просто свечи, они будут гореть ночью. Горит вообще ночью? Да. Может, лично вернулся? Стиропост. Я возьму это. Ксерокопию паспорта маленьких подделок. Что я спрашиваю? Отец, никто спрашивать не будет. Главное, чтобы родители. Да, главное, чтобы родители отпустили. Родители пофиг, скажу друг другу на ночок. Ну что, сейчас наверх и еще туда проедем дальше. Вообще движ вот там какой-то, долбежка там какая-то. Мы поехали пока по берегу, пойдем, а потом вернемся, да. Это получше, чем это. Просто если сейчас Дашу пустить в эти палатки, не, ну хочешь, можешь здесь побыть. Палатка, мы тебя захватим. Мне тоже интересно, ну, что это там. Просто женщину запускать. Там ты женщина, я знаю, как ты по магазинам ходишь.
Можем вливаться в коллектив, вот у тебя дети. Пожалуйста. Это просто всякое шматье. Волоська попал просто какую-то малину. Сейчас мы домой заедем. Хотя, мне кажется, уже так все едет. Ой, не, я плачу. У меня же тоже, оказывается, что дом лежит уже. Просто я не... После того случая я все пас. Тем более за рулем, если ехать. Вот, смотри, как рыба. Не, ну ты же останешься? Здесь? Ты нас бросишь. Да, надо будет. Ну мы в окоп поедем, часть 9 сюда. Мне кажется, я думаю, что даже можно и поехать. Нет, ну можно вернуться, у нас есть спальник, у нас есть палатка, у нас есть тент. Держайся в своей машине. Вот ты можешь в машине, мы с ним поместимся. Да, спальник. Сказали, уже все перекрыли. Да? Да. Можем на Луцкет приехать. Нет, мы можем взять вообще Исузу. Погрузить в него велики. Исузу оставить вот там вот. С другой стороны, можем велики кинуть в гараже в Легалус. А потом на машине все это лишь развести и в гараже кинуть машину, а на Луцкет приехать. Нет, мы можем Исузу оставить. Вроде у Садового на даче. Может, у Садового на даче. Сберут ли это? У Садового на даче? Да. На территории? Да, на территории не знаю. Там можно, да. У меня наверняка там кто-то есть, бабушка или кто-то еще. Я пойду еще пройду. Мама, поехали. Не-не-не, я... Не, надо кого-нибудь еще спросить. Если тебе хочется, мы-то на велик сейчас приедем. Нам погрузиться не проблема. Нет, я говорю, мы можем до гаража доскочить на машине. Велики кинем сейчас в гараже. До гаража на машине. А там вот что просто велики, они как лишняя небольшая обувка, а что приедешь сюда. Наоборот. Ты можешь куда хочешь уехать, приехать и так далее. Да, да, согласен. Потому что... А на машине ты не проедешь, вот здесь, например. Правильно? Ну, на этой нет, только на Исузу. На Исузу она еще сильнее застрянет. Еще. Исуза, она как корона. У нее ведущий мозг задний. А ну, я тебе просто к тому, что... Ты хотел что-то интересное? Ну да. Так вот, неординарно. Да? Ну, вот это как бы... Знаешь, что здесь ночью будет? Разврат опять. Ну, разврат уже был. Ты обратил на это внимание или нет? Или ты не увидел этот момент? Обратил. Там просто... Я имею в виду, что смысл дома, когда сейчас тепло. Можно потусить. Можно с собой что-то взять. А? Еще с собой что-то взять просто. Кого? Телочек. Здесь вообще ты посмотри. Здесь такой двигатель. Нормально. Видишь, тут все. Детей приучают уже с детства. Ребята, в машине надо с браслетиками входными, пожалуйста. А что тут? А, здесь типа парк? Нет, здесь не парк, фестиваль бесплатный. Мы просто катаемся по берегу. Ну, то есть, в смысле проездом мы даже не к вам. Это частная собственность, да? Частная территория, помните, это мои родные. Ну вот, мы сейчас и дальше едем через полигон. Я понял, сколько стоит участие? А где билеты брать? Либо у меня, либо на вход. А вход где? А на машине все, если приехать там, уже есть мои переживания? Дорогу. Машина? Да. На спуске не заедете, а вам все посты стоят. Не, на спуск, к вам.